которую Михаил Баширов, Вася Таиров представляет, вам маленькое новогоднее поздравление. Год был такой довольно-таки сложный, но он очень интересный. Мы организовали этот канал кроликовый, да, освещаем интересные темы. Пишите, звоните, напоминаю, телефоны наши, они все есть, ВКонтакте, в Инстаграме, да, то есть не стесняйтесь, пишите, все расскажем, все покажем. Мы хотим, чтобы на экранах видели не только нас двоих, да, видели и себя, очень интересных людей. Мы вам хотим пожелать, чтобы новый, следующий Новый год встретил вас с большими возможностями, чтобы у вас появились новые друзья, новая работа, та работа, которую вы хотите, чтобы она была у вас. То есть мечтайте, желайте. Я верю, что в любом случае, если вы будете мечтать, у вас появятся новые, совершенно новые, такое восприятие интересного мира вокруг нас. Путешествуйте обязательно. Обязательно любите себя, дарите подарки себе, дарите подарки друзьям, своим любимым, детям, бабушкам, мамам. Хочу пожелать Михаилу Баширову, чтобы следующий год у нас был такой же плодотворный, как этот год. Концовка у нас была вообще замечательная. Себе хочу пожелать, чтобы мы открыли площадку детскую, да, для разнообразных игр. Она будет такая интерактивная, интересная. И, естественно, как мы хотели, открыть небольшое кафе, в котором будем затрагивать там интересные темы. Ну все, друзья, сейчас состоится небольшой у нас диалог, беседа с Гульнарой Бегловой. Это психолог. Мы с ней, я начинал с ней года два работать. Она очень интересный человек. У нее разнообразные мысли интересные. Она меня пригласила к себе в школу. Школа находится в Лакеево-Леди 3. И ждите нас анонса минут через 30-40. Мы объявим о нашей беседе. Спасибо, друзья. Пока, до свидания. Мы вас любим.